За ветер, извиняюсь, микрофон забыл взять с собой. Всем здорово, всем привет, ребята. Сейчас загрузился, сейчас покажу. Вот у нас квартирка. Маленький поток камень. Галки. Так, повезем этот мин, все. За ветер извиняюсь, ветер очень сильный. Повезем этот. Сейчас. Анна! Волшебное озеро. Очень красивое место. Доеду. Доеду, все сниму, все покажу. Рядом озеро, красивые дома. Сейчас вот погода такая, как бы ветер начал. Походу сейчас дождь начнется. Поэтому поехали, всем приятного просмотра. Ребята, вот и подъезжаем сейчас. Окошко открою, чтобы видно было. Вот волшебное озеро. Нам еще чуть-чуть проехать. Правда, да, дорога так узковата, что как бы... Ну... Малусок. Червей, да, кто сейчас? Пункт управления, а? Если камера, вот что на парам? А, вот и так. Ничего. А, да. Канал и сама. Ютуб канал у нас. А. У нас это не меч. Ютуб и мат. Ютуб. А, пультово. Ох, придемся на это. Thank you.
Шатунек, а ахпельна. Она как раз к проснеку туннелю. Эти ганаги марта шадили чекай. Ксану нас мы ничего дзюнен тоже. Se será cá? Не отелька. Pasarak? Pasarak aftere. Ah, kareli yok. Kaneli her an. He ni kara mahme puçuru döneminde aveli heşçili biz mendes de artır o çıkangar. Miyat puçura mi kane ya kara veli. Kaneli ne? Her baneli ne? Balık ne? Karamda döne mahme bu heşçili. Կարան վրեն դնեմ ընդ է բրուջատ։ Աշկան կարաս առաջ տանես կիչի կյան է աղթը։ Որման է դատուկ է միչությ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 ու Չէ, դեմ իսկ հարերը բիդի չսվի, չայն կա ազատիրկեն։ Ազատիրկեն դե չեմ կատում եմ աղթը, դժվա դեմ, ընդե երկու տոնա է աղթը։ Ազատիրկեն ստեղ դանեն, կայն ադը ստեղը, հա? Եսել աղպեր ժան բանըցին, դրանք ես երշիկը թետև է, վերսնես խոսկիտի այս տաղտագնոր դարած է, տաղտագնին թարարտան է, պրոստ ընդեղ շարել ենք, հմի չենք կերա, էլի վերենք վերցին։ Հաղաք շարը կանք։ Հաղաք։ 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 Հաղաք։
Конец, и ты ахты срана. Хашень, ханень, так. Ничего? Читаем? Давай, кук. Сатир, я не думаю, что я ошибаюсь. Ошибаюсь, что я ошибаюсь. Они метеоры. Сеста синги травли горбац в мах, прицели не кухат как сам метра дарм. Если дуке царкела? Да, вообще, вам пенебарка. Саркин, ты хоть саркин кели? Если газеля бери. Да, ну, лафет то. А, ну, мега газеля. А, чисто ты да. Они микиш дене бидар вях. Ավելա դզենք փորձենք լասես դնեն, եթե դրես դրես, եթե չէ ծառների արանքում մտցնեն. Алло. Да.
Здрасте. Манипулятор или крана? Не, именно кран нет. Ну, сестрики нет, сестрики нету. Рощина, давайте, а я сейчас минут через 5-10 я вам номер телефона скину. Виталик зовут, Рощинский. Ну, можете с ним поговорить. Так. Хорошо, спасибо тоже. Угу. Ребята, подъехал. Короче, надо вот три камня забирать. Вот этот и вот этот. Сколько весит? Тонна 920. Ну, почти 2 тонны. Вот этот полтора, тонна 530. И вот этот, я не помню, сколько он был. Тоже почти 2 тонны. Я не знаю, потянет, не потянет манипулятор. Если что, надо будет подтягивать сюда его. Краном. И отсюда попробую взять. Все. У нас вот такая работа. За ветер, извиняюсь, микрофон забыл взять с собой. Поэтому сейчас выгрузим вот эти поддоны и попробуем его загрузить. Сейчас далеко останусь, чтобы вам видно было. Первый тос, скорее всего, возьмем, а остальные надо. Вот так вот. Поехал первые 2 тонна. О. Первые 2 тонна. А что, у вас нету доски, что ли? Кризис? Не, два. Все, нормально. Нормуль. Одна сторона поставь. А как снимешь веревку-то? Маленький доску поставьте, потом веревки оставим. Амба. О. Чуть широко поставь вот тут. Все. Зачем? Здесь садись, надо его крутить просто. Как? Сейчас. Сейчас, погоди, оно. Крутчик. Грузчиком работал. Опять сейчас 2 тонны возьмем. Вот цепляет. Потом полтора. Блин, какой-то из них полтора, но я не помню, какой там был. Это на полтора тонна, да, или два? Полтора. Полтора? Да, значит полтора. Тот 2 тонна. Ну, 9, тонна 900 чем-то.
Этот я на Скане разгружал, но здесь все было свободно, я тут плотной стал, а фура там рядом и выгрузил. Аба, дай вторую партию. О, все, взял. А то 2 тонны. Амар, давай поставим вот этот потом. Оставляй веревки. Ну, тот тоже должен взять, вроде. Чё там? Откуда готовишь? Погрузчика принесёшь поближе, я возьму. Да. Опускай. Поближе чуть-чуть. Ну, все, пошел.
Абдусалом. Снимай маленькие веревки, да, чтобы загрузить этот. Одну камни. Вот тот самый тонкий. Да. Да, красиво. Короче, все, ребята. Всем спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. Всем удачи. Встретимся в следующем кино. Ролики сейчас чуть-чуть запутались вообще. Я тут друг по другу пришла публиковать, поучились. Все, всем удачи, всем спасибо. Я сейчас покушать и двигаться домой, потому что не обидел ничего. А кушать хочется. Так что всем добра и мира. Удачи вам!